Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Ну что, соскучились по Dungeon Up? Короче, я тут решил все сначала начать. Абсолютно все, прям вообще четненько. И только вот, обратите внимание, что у меня душ 110 штук. Это я их насобирал честным путем, то есть играл, вот это играл. И игрушка у меня, кстати, не лагает, смотрите. Я наконец-то дождался этого гребаного момента, когда она не будет, сука, лагать. И теперь мы пойдем ее попробуем пройти. Так, взяли меч, отлично, уже сразу. Если нам вдруг повезет, то мы ее пройдем, а может быть нет. Так, нам нужно тут аккуратно открывать, потому что я-то проходил это все на легком. И у меня ключи всегда желтые были. Теперь нам нужно эти желтые ключи собирать. Хорошо. Я говорю честно, что я все это собирал. Вот эти души я собирал, я ходил, дрался с боссами этими гребаными, заколебали они меня уже постоянно. Здесь очень сильно большой рандом, потому что... 8 еще до сих пор. Блин, ладно. А где щит-то? Очень большой рандом. Я еще думал, знаете как, думаю, блин, надо как-то ее побыстрее это все делать, сделать. Думаю, может хоть взломать как-то там на жизни, на что-нибудь, на атаку. Нет, нихера, она не ломается вообще, эта игрушка, представляешь? Вот ни разу, ничего вообще. Просто максимум, что ты можешь сделать, это просто спидхак подрубить, чтобы все быстрее он бегал и быстрее все делал. А насчет того, что, почему игрушка не лагает, я, например, не знаю. Потому что она всегда у меня лагала, лагала, лагала. Тут я запустил, раз, не лагает. Думаю, ладно, запишу. Запишу, пока не лагает, потому что так интереснее. Так, что мы делаем? Мы, короче, покупаем все шмотки сразу. Ну, хотя сейчас побегаем. Может, не все шмотки нам сразу нужны. А, где я? Где щит-то? Ой, блин, далеко их херачить. Давай я, короче, знаешь как. Насрать вообще. Берем, короче, все. Нам нужно будет вот это... Вот это, вот это. Кстати, вот это можно будет получить, если что. Давай я сразу вот это, наверное, куплю, чтобы его не искать. Ой, один камень, давай. Давай, это за 10, да? Да, 10. Все, куплю сразу, чтобы потом уже не париться. Оно все равно мне не пригодится, скорее всего. Оно мне не пригодится. Но, как бы сказать... Так, ладно, идем сюда. Пускай будет, чтобы потом я этого не делал. Так, блин, а тут что-то плохо все. Очень плохо. 84, ни хрена себе. И там я не пройду, и тут я не пройду, и там я нигде не пройду, да? Ладно. Будем тратить кирк. А, хотя подожди, стоп, а сколько кирка стоит? Открой. А сколько стоит бомба? Кирка стоит 3, а бомба... 2. Давай бомбу. Бомба дешевле, бомбу возьмем. Будем не тратить эти, как их называют, здоровье-то. Вот. В смысле, ключей нет? А, я забыл, что я должен собирать ключи, ёпта. Ключи же нужно собирать в конце-то концов. Хотя, подожди, а что я буду ключ тратить, если я вот так вот сделаю, да, правильно? А тут сделаю бомбу, чтобы не тратить 80 жизней. Хорошо, а тут у нас 18, ну нормально. Так, берем ключ, берем вот это. Ла-ла-лай, и идем дальше. 40, где щит-то? Щита, щита вон. Щита далеко. Щита ты так далеко. Щита. Ты сколько занимаешь? 27, ну нормально. В принципе, нормально. Да, открывайте. Блин, на спидхаке все так классно было, все так быстро. Так, хорошо, есть, взял. Теперь мы бьем вот этих вот мужичков под ноль. И этих бьем под ноль. Собираем денежку. А видишь, сначала денежку не дают, потому что... Ой, я смотри, еще и похиляюсь, ничего себе. Вот я крутой, да? Класс. Так, ну, в принципе, здесь можно открыть, и там потом я защиту эту возьму, но это будет чуть-чуть попозже. Попозже. Сейчас зарядим, короче, серию на 500 тысяч часов, потому что я ее, наверное, за раз, скорее всего, не пройду. А может и пройду. Но сейчас будем играть, пока играется. Попробуем по Берику. Так, идем сначала, как тактика здесь какая? Идем сначала максимально, максимально идем в Dungeon Up. Без, скажем, как сказать, получения урона. Проходим дальше, 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 дальше. Максимально вверх, а потом уже будем возвращаться. Нажимайся. Так, у нас тут главарь. Уже.
Сучонок. Нам нужен красный ключ. Тут что такое? 63, это много. Так, ладно, погнали по вот этой херне. Да включись ты, ёпта. Блин, так все медленно. Вот тут мне нужно купить на деф. Давай разочек на деф куплю. Сколько мне? 35 монеток, а нужно 40. Ладно. Так, 48 уровень. Уровень. Тут чё? Подожди. 28. Хорошо, ладно. Пойдем, знаешь как. Ай, блин, там синий, зараза. Нам нужно за прохождение как минимум 2 кирки. Как минимум 2 кирки, потому что нам нужно скрафтить меч. Нам нужно будет финальный меч скрафтить с 4 кусков. Я знаю, где они находятся, так что... Если чё... Так что есть... Сколько ты мне наносишь? 28. В принципе, не так уж и много. Давай одного убью. Хе-хе-хе. А, блин, а дверь надо по-любому одну открывать, зараза. А, хотя пошли вот сюда. На легком уровне сложности, чем классно, тем, что ключи у тебя желтые бесконечные, ты можешь их тратить сколько хочешь. А тут надо... А тут надо все правильно делать. Так, вот этот сколько мне занимает? 34, нормально. Берем. Берем. Тень-тень. Так, вас пока что не трогаю, пацаны. Дайте мне, не нужен синий ключ, мне нужен красный. Так, идем сюда. 18, уже нормально, в принципе. А ты что, не хиляешь меня? О, хиляет, смотри, на плюс 3. На троечку. Ну, хотя бы по чуть-чуть, вот так, смотри, нахиляюсь, а что? Почему бы и нет? А синий ключ пока что я не возьму, ладно, окей. Возьмем сюда, что тут у нас? Есть вот такие вот парни. Два ключа не хочу тратить, не хочу я тратить два ключа, ну ничего страшного. Так, тут две защиты, но это я потом, скорее всего, возьму, хотя можно было бы и сразу взять, но лучше потом. Да блин, и тут блин, везде блин, одни блины. Так, хотя я вряд ли пройду ее за сколько я хотел. А красный ключ, ага, красный ключ тут. Ну ладно, пожертвуем чуть-чуточку. Сколько ты меня отнимешь? 104, ну нафиг так. Чё там такое? Так, нужно еще на деф кинуть один разочек, наверное. Ты куда пошел? Так, у меня 80 золота еще нужно. Ладно, а сколько, когда я паучков буду бить в ноль? 6, нормально. Тра-та-та, тра-та-та. О, я, кстати, сейчас возьму тут две атаки, смотри. Буду бить очень хорошо. 23. Ну, нормально. Так, тут можно обменять на два ключа. Блин, это если я замахнулся на одну серию, это все пройти, то это, блин, будет часа на полтора. Тут у нас что, паучок на 6 тоже бьется. Но это деф нужен. 75. Ладно, где там, куда там? Вот сюда. Бунк. Блин, а тут два ключа. Стоп, не два. Хе-хе-хе. Ты на что? Ты на 6, почему так долго? Ой, много. Если паучок тоже на 6. Ну ладно. Окей, так, бьем вот этого, короче, бьем вот этого и открываем одним ключом двери. Отлично. Так, там пока что ничего не делаем. Идем собираем всякую хрень, которая нам нужна для прохождения. Да берись ты, все быстрее. Так, тут открыто. Блин, у меня желтых ключей уже нет, какого хрена? Серьезно? А что так? Блин, два ключа осталось. Ты понял, да? Тут, блин, ай. Как все неудобно. Как все неудобно без бесконечных ключей. Давай еще на защиту возьму и хватит. Так, ладно, пошли по защиту здесь. А ключей-то нету. Два. А это должен быть в ноль уже. Все, паучки в ноль идут. Ага, берем здесь защиту. Хотя надо было на атаку, наверное, взять, да? А тут мне тоже надо открыть как-то. Ладно. Тут уже на один бьет. Так, что тут? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот есть ключ, обменяем. Ай, блин, что обменял, что называется? Блин, забывай их собирать вообще, серьезно. Нужно как-то мне открыть. А если открою вот эту дверь, я пройду вот... А тут это бесконечный. А, нет, 156. Тут и тут мне нужно открыть.
Или же тут... Ага, давай, ладно, так. А ты на сколько бьешь? На 51, нормально. Бомбу берем. Открываем. Тык-дык, тык-дык, тык-дык. Блин, а паучки закрытые, скоты. Ладно, они уже под ноль, просто с них можно было бы нафармить этого. У меня нету желтых ключей вообще. Ладно. Сколько ты бьешь? 9, херня. Ты что? 120, нормально. Подожди, а вот этот торговец что делает? Ты где? А вон паучок вижу. Есть. На ноль он меня бьет. Ты что продаешь? Может, ты ключи продаешь желтые? Один желтый за... А 50, нет? Хотя... Можно, в принципе, купить... Ой, стой, тут чуваки тоже есть. А, кстати, еще что-то, знаете, что забыл? Тут же можно тыкать по всяким вот этим. Тут бывают журналы всякие, не знаю, попадаются. Вот так вот. Хрен того знает. Ну ладно, короче, не будем этим, этой херней заниматься. Ну давай, ладно, один. Один ключ за 10 золотых монет. Возьмем еще тут как раз броньку. А эти броньки нам все нужны. Нет! Бля... А я тупанул. Мне же желтый ключ нужен. А нету уже нигде, да? Мне же вот тут желтый ключ, надо, как я открою двери. Хотя я могу вернуться потом. Блин. Сколько ты у меня отнимаешь? 208, херня. А ты сколько отнимаешь? Блин, 39, много. Сколько у меня денег? Сейчас пойду на атаку куплю. Ты чё? 81. Блин, вот это плохо, прям плохо. Денег не хватает, этих не хватает, короче. Ключей не хватает. Ну, это не хотелось бы покупать. Ладно, давай возьмем две атаки. И пойдем босса херачить. 39. Ну, да ладно, нормально, в принципе. Пошли! Эй! Давай быстрее! Собирай своих войск. Собирай, блин, было 5 их нахрен всех. Давай, давай. Так, бьем для этого, бьем этого, бьем этого, бьем это. Да бей этого. Бей всех. Сколько он меня отнимает, кстати? 3. Почему мне... А, ну да, правильно. За забег можно 10 камней душ взять. За один забег. Так что так, этот сейчас, блин, еще придет. Статистик, статистик. Не надо мне статистик никакой. Вот, одна камня душка. Есть, если что, можно взять. Купите бомбу одну. Бомба, кстати, тоже полезная вещь. Я так смотрю. Но мне нужны ключи. Но ключи я эти пока что тратить не буду, потому что они мне пригодятся еще, скажем так, дальше. Там же тоже дальше данжионы. Хорошо. Что ты у меня отнимаешь? Ой, 67, так сразу мало. Это прям четко. Ты сколько, 100? А, так херня, я вон сейчас смотри возьму сразу же этот. Сразу же меч беру. Отлично, вот это у нас такая тактика. Раз... 203, но этот мне дохера еще будет относить. Окей. А зато уже птички, скорее всего, нет. 30, 54. Так, мне нужно пройти. Ух ты, блин, как-то плохо все мне нужно пройти. Может, тут есть секретный проход? Блять. Сука, два ключа, даже три надо потратить. А все, у меня ключей нету, я не пройду. Ха-ха. Или же вот так. А, класс. Ладно, попиздили кирку брать. Надо кирка. Чувак, дай кирку. Кирочака. Кирочака мне нужна. Вот тут где-то продолбить. Пока что. Потому что я ключ потрачу и все. И до свиданьки. И туда, и туда. Хорошо. А ты что делаешь? Ты один старейшин. Тут надо вот этих чуваков не провтыкать. Там будет один, который спросит что-то у меня. И надо ему ответить. Так, ладно, пока что ключ... Блин, что-то с ключами прям вообще напряг какой-то. Так, там закрыто, там закрыто. Хорошо, я тут два ключа трачу. Ну, тут по-любому надо тратить как-то. Так, эти меня что-то мощно сильно...
месяц. Там, если я два открою, там опять этот. И опять нам нужна кирка, да? Ай, блин, как все это неудобно. Давай мотыгу свою. Мотыгучку. Хотя можно было бы свитками телепорта попользоваться, но это ладно. Это, конечно, читерский подход, но... А что сделаешь? Я хочу ее пройти. Так, ключи вроде пока что есть, но мне пока что нужен еще щит. Щит нам нужно найти. Вот тебе и смотри, еще одни желтые двери. Сколько там надо это? 220, нифига себе. Ладно, идем дальше. Щит, сука. Где я? А я вот здесь. Так, ну тут обмениваем, смотри. В принципе, птичка меня не сильно бьет. Тут обмениваем, берем два ключа. Там обмениваем, берем один ключ. Блин, как-то неудобно все. Ну что за хрень? Хотя ладно, давайте сейчас пока что не так. Сейчас пока что сходим вот сюда. Но этого по-любому надо будет открыть. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это надо посох найти, который замораживает лаву. Где я? Ага. Открываем, обмениваем. Так, ты чё? Оружие получше он нашел. Красный ключ, а этот бесконечный. Это сука. Так, тут обмениваем на два. Раз, два, говорю. И тут обмениваем тоже на два. Да, уйди ты, блин. Муха, сука. Летаешь тут. Где выход-то? Выход вон там. Ну, я могу синий ключ один потратить. Потому что мне по-другому, ну, сука, ну никак. Ай, блин. Что-то все так плохо. Птичку там оставить одну, да? Ладно. Ладно, сделаем так. А чё ж? Окей. Главное, чтобы желтых ключей хватало. Так, а тут смотри, нужно будет две двери как минимум открыть. Вот тут и вот тут. Чтобы пройти дальше. Или же там. Сколько ты отнимаешь? 200, ничего себе. Бляха. Хотя тут надо вот так открыть, вот так открыть. И, сука, вот так открыть. Ладно. Ключи улетают только так. Желтые. 77 у нас уже этих душ. Так. Ну тут, в принципе, да. Вот ты чё? Три желтых ключей за 200. Ни хрена себе, такой жирный. Какой, сука, падла. Еще, знаете, чего прикол? То, что не попадается нормально эти шмотки, чтобы их, ну, именно нужно противников вбить. И бутылки так закрыты все, скотина. Где мой щит-то? А, я щит уже провтыкал, ладно. Нужен красный ключ. Так, теперь пошли, знаете как, 48 уровень вот этих бить. Так, сюда же я пройду. Это что тут у нас? 6 всего... Даже бьет. Вот, сука, скотина такой жирный. Хотя, подожди, я же могу сделать вот так теперь. И взять на за-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 таку. На за-таку. 48 должен быть в ноль, нет? Мне рассказывали, как тут это... рассчитывать атаку-защиту. Смотри, чтобы мне убить его с одного удара, у меня должно быть 52 защиты или же 67 атаки. Это жизни плюс деф. Должен быть, и тогда я убью его в ноль. В плюс, типа, выйду. Так, тут у нас все. Но я... Ой, тут три ключа, ничего себе. Вот эти три ключа сейчас... То есть, два ключа я потрачу там... Там, где это... там, где главарь был. Так, тут закрыто, тут не хочу тратить. За эти пару монеток тут тоже закрыто все. А тут, стоп, что ты? 4, о, нормально, идем. Нормалек. Хоп. 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 И оп. Отлично, так, 41. Вы на 4, ну та фигня. По одной монетке мне в плюс идет. Так, этот посох у меня уже есть, но да ладно.
Так, ты умрешь, а там две штучки плюс жизни. Хорошо. То есть две двери, в смысле. Оп. Поп. Хорош. Так, нормально, блин, уже 20 минут прошло, еще только первого главаря завалил. Это плохо. Угу. Так, полетели дальше на 39-й. Че тут у нас? А, тут я еще, конечно, никого не смогу нормально бить. 28, 53. Мне нужен щит. Мне нужен щит. Щитобаза. А, подожди, стоп. А тут я видел крест вот этот вот, только он как-то... А, он стоит закрытый, сука. Хотя можно одного вот этого завалить, открыть вот тут дверь. И там, смотри, есть свиток, который вверх меня портанет. Правильно? Это же свиток вверх, да? Этот мне нужен один будет. Два будет. Хотя не, один нужен как минимум. Так, ну смотри, против этих должно уже чуть-чуть поменьше быть. Нужен щит. Теперь мне нужен щит. Где я? Давай это откроем, обменяем. Сука. А все равно придется открывать. Смотри, тут открыть. И тут по-любому придется открыть, чтобы взять здесь атаку. 69. Ну ладно. Хотя, может быть, это я зря сделал. А мне вот сюда вообще нужно. Что ты там мне, птичка, предлагаешь? 28, да? Ну, 28, так 28. Я могу открыть вот здесь. Что ты предлагаешь, дурень? Один красный ключ за 800. Да ты чё, где я тебе их возьму, эти 800 монеток? Ты жирный, сука, скотина, падла. Так, щит есть, отлично. Что тут у нас? 29, тут уже пану... Мёй, еще и на 6 пыльнёт меня. Отлично. Сейчас будем ходить птичек пиндюрить. Где они есть, надо было их побольше оставить. А ты чё? 33, дофига. А ты чё? Блин, бесконечный. Ладно, еще плохо. Собираем здесь везде защиту, где можно. Да блин, позакрывали все, позакрывали. Ну что ты будешь делать-то, а? Ты видишь? Ты это видишь? Все позакрывали, все от меня. Просто, сука, все. 35, это там чувак, туда мы не пойдем. Так, вот есть птички. Птички, хилите меня. Ага. Так, ты что? 92, много. Надо, смотри, раз, два, три. Или же раз, два и синий. Что за херня? В принципе, немного уже отнимает. Ну, красный ключ мне по-любому нужен будет. Хоть так, хоть иначе. Так, бутылочки пошли. Мне нужна вот эта атака и защита. Бляха! Ты видишь это? И это просто позакрывали все. Ладно, они не так уж и много, в принципе, мне наносят. 26 урона всего. А теперь сколько? 22. Ну, этот меня еще много наносит, хорошо. Но у меня есть бомба, если чё. Два, нормально. В принципе, не так уж и сильно. Вон там еще надо бы... Мне как-то надо, чтобы паучки на ноль ушатывались. Так, чтобы мне паучки на ноль ушатывались, мне нужно 68 защиты. 68 защиты, это мы сейчас организуем. Бум. Все, 72. Все, теперь паучки меня бьют на 0. Ой. А сюда мне... Подожди, это я не туда пришел. Дай включись! Давай заново, 39-й. Нам нужны паучки. В смысле? А, мне нужно 68 атаки, твою мать. Блин, не то купил, сука. Дурень. 68 атаки мне нужно, а не 68 защиты. Ну, блин. Вот я протупил. Так, ладно, что ты мне предлагаешь? На шестерочку, всего-навсего. Ладно, открываем здесь. Бьем этого. Открываем здесь. Да похер вообще. 3000 у меня жизни, в принципе. Мне, нам нужно что? Нам нужно, чтобы у нас в конце было где-то 15 тысяч жизней. Но я последнего главаря не убивал, если что. Я туда не доходил. А, что делать? Один синий ключ за 200 золотых. Не, пока оставь себе. О, минус 8 уже. Он мне хилеет уже. Подожди, а если я чуть-чуть это подожду и пойду чуть-чуть дальше, пособираю еще атаки. Мне бы вот... О, я сейчас вот эту атаку возьму, смотри. Блять, лучше... Ладно, ключ потрачу. Возьму вот эту атаку и... Минус 7. И получается, теперь у меня паучки должны драться в ноль. Вот
эти почему-то в ноль уже дерутся, непонятно. Но они меня еще плюс хилеют. Вот это хорошо, смотри, вот это уже, ну, как бы, все равно, хоть плюс 7, плюс 7, плюс 7, на каждом плюс 7, плюс 7, плюс 7, вот так вот 10 человек убил, 70 жизней есть, то есть уже почти бутылка маленькая. И все, отлично. А, так, ты, ну смотри. Да, паучок уже мне все. А ты? Ты 25. Ладно. Так, идем защиту берем. Где защита? Где защита? Где защита? Защита вот тут. Все, этот минус 7, этот минус нормально. Этого берем, этого пошли бить. Всех, всех, всех бьем уже, все. До свиданьки, тут уже мы быстренько прошли. Я просто, знаете как, если у меня игрушка перестала лагать, я просто хотел как-то за одну серию все это записать, чтобы, ну, лаги вот эти вот не это. Потому что я потом в следующий раз могу запустить, она уже будет с лагами. Я не знаю. Я хер того просышь, как она работает. Почему она сейчас без лагов, а потом она с лагами? Я ее очень много пытался раз запустить. То есть, чтобы она без лагов. Она все равно, сука, с лагами запускалась. Потом сегодня думаю, что делать? Думаю, ну сейчас попробую данжон запустить. Херак такой, и она без лагов пошла. Думаю, опа, надо делать что-то. Надо что-то делать. Так, это у нас птичка. Этого мы убиваем, блин. Здесь плохо сделали очень. Два желтых или же синий и желтый потратить. Блин, и денег не хватает, ничего не хватает. Синий давай. Давай, может, вот тут есть проход секретный. Два. Ладно, там синий и желтый один потратим и как раз восстановим все. Ну просто ж, а как? 21. А мне нужен еще красный ключ. Где красный ключ? Красный ключ вот тут. Ты что? На бесконечно? Серьезно? А что ты такой мощный? Подожди, а что ему нужно? Ему нужно 88 атаки или 100 защиты. 88 атаки. О, блин, а где я тебе ее возьму? 88 атаки. Еще нужно потратить 1, 2, 3 ключа или же... Или же 2 ключа и 1 синий. Блин, так-то плохо. Мне красный по-любому нужен. Но я могу бомбу использовать, в чем проблема? Это мне за 1, 2. А вон там еще синий ключ есть и кирка. Что у нас тут вообще? По делам. Денюжка у меня вроде есть. Я хотя, в принципе, атаку могу купить. Атаку я могу купить. Да? Смотри. Только атака там что, плюс 4 всего будет. 72. Мне нужно побольше. Мне нужно побольше. Мне нужно... уже 68. Нормально. Окей. А ты что? 18. Ну ладно. Плохо вот то, что они все тут закрыты. А я этого не... Да хотя 56. Ладно, окей. Нормалек. Так, берем тут жизни сейчас. Где они есть? Вон они. Давай вот этого щиману. Берем здесь жизни. И ключ как раз, отлично. Пока что этих не трогаем. Подожди, а у нас мелкие бутылки. Я все, сейчас я обследую быстренько. Я все бутылки мелкие пособирал. Ой, тихо. Тут вот смотри, какой сидит чувачок. Плюс 6 жизни мне хочет дать. 38. Так, тут я что я могу? Я могу паучка ударить и могу вот этого ударить. А еще паучка могу ударить и еще вот этого могу ударить. Он мне на 12 или на 9? Ладно, хоть что-то, но что-то, хоть в плюс, но что-то есть. Хоть что-то, но это плюс. Так, ой, 35 это не то. 34, что у нас там на 34 уровне? Так, ты закрытый, скотина, ну сиди там, падла. Тут тоже все закрыто, блин, так неинтересно. Ладно, ключ не хочу тратить. 32-й, что тут 32-й чисто, а 31-й. Вот этого можно ударить. На 18, чтобы потом сюда уже не возвращаться. Хотя я все равно буду сюда возвращаться, я ничего не помню. Где я был, где я не был. Так, ладно, ты ударим. Сюда, сюда. Вот два ключа осталось, ну это пипец. Так, ты чё? 45, ладно, посиди пока еще тут. 14, нормально.
Еще чуть-чуть отхилило. Вот тут жиськи. Ты видишь, что? У меня ключей мало. Ну ладно, открываем, погнали валить. Что там у нас, главарь какой? Кровью запахло, да? А, пахнет кровью. Сколько у тебя меня? 546. Нормально так ты сносишь. Только давай быстрее. Сука, 546 жизней снесет. Ну хотя я максимум у него 555 он мне сносил. Тут еще и нормально, если 546. Так, еще камни душ, еще жизни. Ой, смотри, сколько у меня жизней. Сколько ты меня отнимаешь теперь? Девяточка. Ладно, посидите еще. Посидите еще, поотдыхайте. Та-дам. Так, а вы что? Сколько? 232, почему? Где я? Меч! И сука... И сука закрыт бесконечными придурками, блин. Что тут, что тут? Падла. Ладно. Я вам припомню. 181. Пулемет, пулемет. Что ты хочешь мне сказать? Да я знаю, что им нужно 150 атаки, чтобы их сносить. Блин, хотя, знаешь... А, блядь, не получится все равно. Смотри, 3. Получится! Ха! Я придумал. Сейчас, смотри, как делаем четко. Четко и читерски. Вот это, да? Так, симметрично телепортирует вас. Давай. Сколько? 2? 2, нормально. Сейчас пойду меч возьму. Похер вообще. И смотри, мне нужно для этого попасть вот сюда. Вот сюда мне нужно попасть. И вот сюда. Правильно? 3? 3. Вот этот. Подожди, он же? Да. На. Привет, пацаны. Ха-ха-ха. А я у вас меч спиздил. Ой, а, мне уже не нужен. Похер вообще. А, хотя... Не, не нужен. Оп. Ой, можно было тех ударить. Ну да. Можно же было их ударить. Он же на 0, да? Ну, покажи. Ну, уже на плюс 2 даже. Хорошо, отлично. Меч скоммуниздили. Вот так вот все работает. Дай включись ты. Да, куда ты поехал? Нормально, давай. Так, тут... Чё ты? Чё вы уже тут? 127. Да хера. Этим надо защиты до хера тоже. Ладненько. Блин, вот это вот плохая вот территория. Не люблю я. 166. Ну, в принципе, нормально. Так, тра-та-та. Мне нужно еще щит найти. Где выход? А, выход вон там. Ну, давай я, короче, вот тут открою. Да, в принципе. Ладно, там он жизни есть. Это я, может быть, и зря сделаю, потому что я жизни трачу. Но мне нужно 150 атаки. Насобирать как-то 150 атаки. Вот этот надо по-любому открыть. Что тут у нас? 127. Где выход? Ага, вижу. Два ключа и атака. Хорошо. 183 уже. Мне нужно 150 атаки. Давай я тут сразу же открою. Пока что не буду их трогать. Так, желтый, синий. А там потом нужен будет еще красный. Мне нужна атака. Ладно, будем сейчас собирать везде атаку. Где только есть, где только можно. Ну, класс. Ну, вы меня клево закрыли вообще. Сука. Ты видишь? Это. Ты сколько отнимаешь у меня? 209, 2 защиты. Красный ключ, надо 150 атаки. Сколько ты уже отнимаешь? 193. Ну, что-то не намного оно уменьшилось. Ну, да ладно, где я? Я вот здесь. А, берем вот это. Берем вот это. Оу, а меня тут закрыли неплохо так-то. Мне одну дверь открыть по-любому нужно, так что давай вот это ударим. Так сказать, по минимуму. Атака. Что ты? 64. Отлично. А ты не уменьшился, да? Потому что ему нужна защита. Так, мне 150 атаки нужно. Еще где-то 6 атаки нужно взять. А почему 6? Почему где-то взять? Вот смотри, берешь нахер. Вот так, раз.
И все, и 150 атаки, в чем проблема? А, только подожди, а где щит? А, вот щит, я туда только дошел. Ой, синими дверьми меня закрыли, как так-то? Вы что, серьезно? А ты что? 69. Ладно. Так, а там вон есть две... Где щит? А, вот он. Ну, я уже все их на плюс 5 бью. А я могу вот тут пройти. Ты что? Много? 190? Дай мать тебя так. Тык. Одна тычка. Все, смотри, я тебе теперь на 110. Ну, нормально. А это что? На 29. Ну, пойдет. Блин, хоть так два ключа тратить придется. Ты что, на 0, нет? Ой, на 14, нормас, они меня уже хиляют просто тупо. Смотри, какие красавцы, по 14 штук за одного. Так, открываем здесь. И вот это берем. Пока что там больше ничего не берем, идем наверх. Так, это открываем, меняем на два ключа. Хорошо, как все идет. Так, это, ну придется этого убивать. А что делать? Тут так все сделано. Неправильно. Ну, это я обменяю. Это тоже придется открывать. Плюс 14 жизни. Это хорошо. Так, этот, а этот что? 76, еще много. Так, может быть, я пока что не буду их трогать. Может быть, когда у меня будет сильнее атака, тогда я буду сильнее, скажем так. Вот смотри, все, синий ключ, последний. Ты чё? 265, нихуя себе. Ладно, я тут отхиливаюсь. Так, смотри. Теперь идем по предыдущим данжионам. Ой, ключ, кстати, забыл взять. Ты что? 110. А ему нужно, чтобы он меня ударил в ноль. Это нужно 200 защиты. Мне 200 защиты нужно. На тебе хоть так. 154. В принципе, здесь нужно урегулировать атака и защита, чтобы было одинаково. По чуть-чуть. Так, синий ключ есть, но нужно два. Ну ладно, 78, нормально. В принципе, он меня отхиляет еще. Так, а этот закрыт. И тот закрыт, и тут закрыт. Ну что за фигнюш? Так, смотри, два ключа еще нужно потратить, да, как минимум. Бля. Как неудобно-то. А может быть здесь секретный проход есть какой-то? Ну-ка, сейчас потыкаем. Нет, нихера. Говорят, нихера тут нету. Ты что, сколько? 62. Ну, бутылку мне нужно взять по-любому. Мне побольше жизней нужно, побольше, вот прям много. Так, а это я потом вернусь сюда, если что. Собираем все, что нужно. А, так, дверь не открываем. Тут у нас 28, этого я ударю на два ключа, 193, ладно, один откроем. С этим нужно побазарить, он там что-то тролливали. Один умирающий, хорошо, все отлично, берем синий ключ. Кстати, а бомбы у меня нет, да? Это же у нас бесконечные, да. Я, кстати, могу вот здесь два ключа просто подрезать. Бомбой взять, и того, и там, и там. Кстати, давайте сразу же это и сделаем, почему бы и нет. Сейчас возьму две бомбы. И подрежу там два этих. Так, а что тут новенького? Ничего нет? Пока что нет. Бомба, да. И еще. И идем сюда. Смотри, сколько шестерок. Смотри, 6, 6, 8, 6, 6, 8, 6. Бляха-муха. Вот везуха. Бумк. Один красный ключ есть. Еще мне нужна бомба будет потом. Одна, как минимум. Так, это я потом возьму. Что я тут могу ударить кого так, чтобы без потери жизни? 62. Бляха. Блин, неудобно. Тут два ключа нужно потратить. Даже, ну да, хотя бы два. Ладно, давай два потрачу. Две защитки, что ты тут? 46, нормально. Вот этот вот свиток, который восстанавливает противников, это, в принципе, тоже полезная вещь, потому что можно денежки набрать. Денюшки можно набрать. Так, эти меня хиляют, отлично все. Так, ну-ка, что ты? 12, нормально.
бьем. Этого бьем. Этого бьем, пьем и уходим. Опа, опа, 7000 жизней. Да, это читерский подход. Ну а чё? То этот уже меня тоже бьет на херню, ты смотри. Так, ключей набираем. Хорошо, тут прошли. Так, дальше. Вот тут, смотри, еще атака где-то кусок есть. Это открываем. Это забираем. Это раз, это два. Это тоже... Ой, там красный ключ еще есть, нифига себе. Подожди, красный ключ. Давай вот так. Или это я неправильно сделал, да? Мне лучше один синий потратить, серьезно. А... Так, симметрично телепортирует меня куда-то туда-то. Давай возьмем. Что ты тут? Очень много, 169, да, нормально? Пойдем вот сюда, лучше синий один потратим, чем еще три желтых. Потому что желтые там нам чаще нужны, чем синие. Вот так, смотри, три красных ключа, обалдуй. Обалдеть. А, так, где я? Ага, я вот тут. Ой, тут четыре желтых, нифига. Вот это вы замахнулись. Нормалек так. Да хотя, подожди. Вот так вот. Чтобы этот тут не стоял. Так, ладно, 2400 у меня монеток. Сейчас мы этих разберем. А ты что делаешь? Так, что я могу сделать для вас? Это слишком поздно, капитан его стражи на минус 20-м. Я разбужу его, ни в коем случае этого не делать. Я вот только не понял, я будил этого гребаного короля, только мне жизни почему-то все отнимались почти. Я не знаю, может его не нужно будить? Там джин, короче, с лампой, и его можно типа убить, это как последний главарь, но только... А, он очень, сука, мощный. Так, вот этого сейчас завалим. Вот этого завалим. И вот сюда пойдем. 42 минуты, бляха-муха, я не затащу ее за один раз, потому что она очень, сука, долгая. Придется тогда как-то серию тогда еще одну делать, ну а что? А что делать? Что делать? Что делать в этой жизни? Давай открою, ладно. Ключей все равно много. Так, пятерка, двадцатка. Что тут ты мне предлагаешь? 46, 112. Угу. Предлагаешь на защиту купить? Давай на защиту купим, в чем проблема. 16 защиты бубунька. У меня еще есть денюжка. На 1300. 16 защиты. Давай еще 16 защиты, а потом все остальное буду просто тупо... брать на этот, на... как его называют-то? На атаку все буду покупать. Тут что такое? Я могу что-нибудь сделать? Вот этот уже в ноль. Ой, уже на 12 прям хилеет. Ну ни черта ж тебе себе. Да в принципе я не буду двери, наверное, скорее всего открывать. Из-за того, чтобы просто взять... Хотя можно вот тут одни открыть. Взять просто хилку, типа, ну, просто чуваков убить там. Ну, хотя монетки, плюс 3, смотри, тут тоже плюс 3. Так, если человек убил, еще один плюс человек. То есть, мудак. Что ты меня наносишь? 48, давай возьмем. А ты еще бесконечный, надо скотина. Ну, ладно, ты сдохни. Тоже. 27-й, что тут? Отлично, вот это тактика, видишь? Ну, к этой тактике я очень долго шел, потому что где-то я минимум раз 12 я игру прошел. То есть не прошел, а дошел до, как сказать, 4 главаря убиваешь здесь, и дают тебе вот это вот. 4 главаря это 10 душ. А что ты делаешь? 5 желтых ключей за... Ты чё? Сука, такой дорогой. Дорогие у нас и в нынче вендоры эти. Чё, нахрен. У меня уже 10 тысяч жизней. Мне уже можно на последнего говоря идти. Хотя не, мне это атаки еще мало. Очень-очень мало атаки. Мале-мале-мале-мале. Музычка, конечно, здесь прикольная, но он очень, скажем так, приедается быстро. Так, все остальное мы будем на атаку бросать. Так, а этого достану? Достану, только долго хожу. Да,
Да ничего страшного. Потихонечку, потихонечку, пойдем, пойдем, пойдем. Уже смотри, 20 уровень. Отлично. Так, пошли на главаря. Ты у нас херня. Вот я не пойму, почему вот эти вот бьют на 600 урона, то есть на 500 урона. Они, получается, в ноль должны меня бить, но может быть то, что они меня первые атакуют? Я хер того знает. Но они будут сейчас, вот смотри, у меня 11470, меня должны побить, в принципе, на очень мало. Но смотри, сейчас, когда эти пойдут... Эти меня бьют, короче, и хиливают, прикольно. А я могу быстрее? А, могу. Так, эти я могу... Вот смотри, 11479, бум, и на 500. А, сука, ты понял, да, почему-то? Может, то, что они первые атакуют? Может быть, кстати. Все, чувак, ты один остался. Ты еще, надеюсь, меня похилеешь. Отлично. Так, есть, прошли еще один донжон. Остался, короче, предпоследний главарь. Так, глазики, глазики. Так, чуть не задело. У меня уже есть, так что не переживай. 161, ничего себе. Вот это они меня ебенят. А тут нельзя пролезть? Блин, да хрена они меня что-то бьют. Что для них нужно? Для них нужно или же 400... Ой, 380 атаки, или же 310 защиты. Ну, это хорошо. Блин, сука, закрыли. Видишь, как классно? Сколько ты отнимаешь? Ой, ты дохера отнимаешь, чё? Ладно. И меч можно взять, в принципе, но только нужно... В принципе, убить вот этого. А там можно просто этого бомбой захерачить. Ладно, пока что мы к мечу не пойдем тогда, да? Эх ты, бля-бля-бля. Вот закрывают просто... Ни хрена себе, вы что, издеваетесь? Где я, где я, где я? Так, ну глазики меня-то так мощно бьют. Ты что хочешь? Желтый ключ на продажу. Говорит, столько, сколько захочешь. Я хочу за бесплатно. Что ты мне предлагаешь 200 монет? Заколебал. Так, ну тут у нас, в принципе, только красный ключ и бутылки. Так что мы пока что тут... Ладно. Нам нужно собирать 330 атаки. Бляха, мне нужен меч. А меч закрыт. Как обычно. Так, вот тут проходим. А где выход? Ага. Блин, придется троих бить, ну ладно. Окей. Так, тут у нас ничего полезного нет. Кирка, кирка, кирка. А у меня красный ключ есть. Ха-ха-ха. Вот. Берем, короче, знаете что? А, это у меня все тут есть, да? Свиток землетрясения. Возьмем плащ. Вот этот вот за 10. И все, чтобы я уже потом был спокоен. Так, мне нужна атака. 196, хорошо, идем дальше. Но мне нужно меч все равно взять, хоть так, хоть иначе. Щит, меч, по-любому. Тынь, 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 тынь. Нету тут секретных, сука, проходов. Если я возьму вот это... Хотя мне нужно открыть вот так двери, потому что я не пройду, там вендор. Мне придется у него что-то покупать. 280, ну, мне хотя бы атаки не будут их трогать. О! А они меня вообще не видят! Прикольно. Да, прикольно, прикольно. Ладно, он меня очень много сносит пока что. Ты что сносишь? 148, а ты что сносишь? 156. Блин, да хера. Зря я сделал так, да? Или нет? Ладно, ключи еще есть. Где я? Щит! Так, ты кто? Ты сможешь пройти этот тест, только если... Понимаешь? А, расположение переменной игральной кости. Это я помню. Только знаете, в чем прикол этого главаря? Если ты... раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Если ты, получается, с первого раза его не убьешь... то все, ты хоть там выставляй эту пятерку, хоть не выставляй, там все уже, там до свиданьки называется. Там уже он не станет смертным. Он, сука, потом бессмертный все равно. То есть нужно с первого раза выставить все как нужно. Так, а что у меня там? Я защиту взял. Ой, они уже все на ноль. Глазики на ноль. Даже на... не то, что на ноль, а на плюс 10. Так, хорошо. Это мне тут все пока что ничего не нужно. Мне бы защиту вот эту взять. Ну да ладно.
Окей, идем дальше. Так, где? А ты чё? Ты на 76, еще много. Синий ключ. Синий ключ мне не нужен. Мы бьем глазиков, потому что они пока что хорошие. Так, вот тут откроем. Три глазика, смотри. Плюс жизни и плюс еще и эти монетки. Сколько? Плюс 4. Ну ладно. Немного, но... Ну да ладно. Нам нужна еще на атаку. Возьму ключ. Давай вот тут откроем пока что. Возьмем ключ. Это что? Это свиток, понял. Где у нас выход? А выход у нас вон там. Ладно, придется этого щемануть. Они меня, видишь, не видят ни хрена. Давай еще это щеманем. Похер на эти 200 жизней. Они не используют против меня атаки вот эти вот магические. Вообще они просто меня не видят. Это же классно. Мне нужен меч. Ой, привет, пацаны, у меня красный ключ, если что есть. Но я пока к вам не пойду. Я пока что к вам не пойду, извиняйте. Так, мне нужна атака. Так, мне нужен свиток телепортации, да. Только тот, что по диагонали. Так, сейчас смотри, как здесь делаем. Здесь делаем... А, еще бомба нужна, подожди. Еще бомба нужна, хотя бы как минимум одна. Хотя можно взять две. Ну, шмотки-то, в принципе, мне уже не нужны. Ну ладно, сейчас попробую с одной справиться. Смотри, сколько ты отнимаешь? 277, нормально. Мне нужно попасть вот сюда. А хотя я просто... Он же меня не видит, подожди, он не сможет отойти, правильно? Или сможет? Если он не сможет, я сейчас бомбой просто двоих херану. Раз, два, три, раз, два, три. Ну смотри, он отойдет? Нет, не отошел, он меня не видит. А, хорош. На нахер. Обоих просто. У меня уже меч есть. Этот на ноль должен тоже уходить. Да, все отлично. Все отлично. Открываем здесь. Все, можно уже всех, в принципе, пиндюрить. 60, это все херня. А тут нельзя открыть? Нет, нельзя. Ну ладно, так откроем. А, и у меня уже ключи начали уходить. Так, что по дефу. А я тут что? А, я тут не пройду. Ну ладно. Хорош, вот это все четко было, да? Видишь, как четко с камнями душ можно все пройти. Ладно, давайте еще, короче, у нас время есть, еще часик. До часика. Похерачим. Я сейчас побегаю вот так все как раз пособираю, чтобы на следующий раз уже быть все четко готовым быть. Где я? Топ, желтый, не, мне лучше два желтых потратить, чтобы вот так, потому что все равно придется два желтых тратить. Там красный. Тык, 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 не тык. Не тык, не тык, не впритык. 118, здорово. Ну, обменял на сколько? На 1000. 1000 жизней, представляешь? Ты представляешь это? Стоп, а 1800, давай я сейчас по атаке побегаю, по атаке пособирать. Вот это тут открываем, обмениваем, там жизни по-любому нужно будет открывать. Сколько ты меня отнимаешь? 50, нормально. Зато я похилился на 250-500. Там кирка у нас. Ой, сколько здесь ключей, смотри прям. Жри, жри сколько хочешь, называется. Так, вендор нам не нужен. Давай вот так открою. А, и все равно два надо придется. Ну да ладно. Хорошо. Кирка нам не нужна. А что? А, неправильно сделал. Вот тут. Атака. Атака, защита, атака, защита, атака, защита, атака, защита. Блин. Сука, там все закрыто, ты понял? А что ты хочешь? Да, блин, свиток телепортации за 600 монеток. Ни хрена, чувак. Хотя мне, в принципе... Деньги, ну деньги, ну да, лучше атаку, конечно, брать. Потому что атака-защита нужна. Давай бей этого. Ты что? 108. А им нужно что? Им нужно 330 атаки нужно. 330 атаки, чтобы бить их в ноль.
в нулину, в хламину. Ой, а как тут попасть-то к ним? Мне хотя бы нужно защиту взять. Ну ладно, сделаем так. Блять, бутылочка. Ладно, на ключ. А к вам не пойду, пацаны, у меня все это есть. Нахрен оно мне нужно. Где я? Вот здесь, туда я не попаду. Значит, открываем здесь. Чтоб подряд пойти. Обменяли 0 на 0. Так, нет, подожди, я обойду. 4 синих ключа. Там есть атака. Так, хорошо, ладно. Да бей ты его. Ну ладно, откроем, давай откроем. В чем проблема? Ты что, 18, фигня. Так, хорошо. Жизни я так все... Ой, то есть атаки больше нигде нет. Здесь вот откроем, возьмем жизни. Жизни неотъемлемая часть прохождения. Так, ты что, падла? Он что, что там? 86, в принципе, немного. Это 28. Ну, хотя это мне сильно не надо. Давай этого ударим. А вот тут еще жизни есть. Подожди, где я тут провтыкал жизни? Ага, вижу. Красный ключ. Да 86 это фигня. Против того, что у меня уже есть. Так что это хрень просто последняя. Так, а это у нас, кстати, последний этот алтарь, так что только в нем скупиться и можно. 200, 2400, 20, отлично, 330, все, я всех в ноль бью. Просто здесь, на этой территории, я всех в ноль бью. В налину. Смотри. Ой, я еще и похиляюсь. Отлично. И эти в ноль все идут в ноль сейчас. А ты чё? А ты еще не в ноль, да? Ты еще 84, ну и мать тебя так. Так, тут у нас кирка закрыта, все. Тут я никого не ударю, ключи не хочу пока что тратить, потому что еще там последний этап. На последнем этапе там тоже много ключей нужно будет с этими гребаными, как их называют там. Мне это еще говорили в комментариях, то что... Гончие, там у них есть специальная атака, и они меня видят, типа, и они меня схватают и бьют. Суки такие. Поэтому меня там драли, как скотину. Так, минус 10 уровень. Что ты в 10? А подожди, знаешь, что сделаю сейчас? Сейчас вернусь, короче... подожди, куда вернуться так? Минус 19, ну-ка, что тут у нас? Блин, да хрена тут. Ну ладно, давайте используем вот этот вот свиток. Какая еще красная. Воу! Да хрена ты мне красных тут воинов-то приволок. Ну, хотя я тут сейчас похиляюсь вот от этих ребят. Как раз мне хватит на одного. Блин, а да хрена так-то красных восстановил. Ну ладно, бей их нахрен. Тут, смотри, я похилился раз, два, три, уже на 30 похилился. Да бей его-то быстрее. Нормально, смотри, было 600 на 200 похилился. Ай, вообще жесть. Так, а что у меня там по этим? 330, 333. Давай на защиту себе еще возьму. 353 защиты, отлично. Кирка там есть, нахрен она мне нужна. Пойдем сюда, что ты тут хочешь? 64, ну и мудак. Так, главное сейчас нам не затупить с главарем. С главарем не затупить. Ну хотя они же не двигаются, в принципе. Мне можно гулять хоть как. Они же меня не видят. Здорово. Так, бьем этого. Ну да, смотри, они не двигаются. Скорее всего. Но я лучше не буду, вот так вот нужно пройти. Я лучше не буду рисковать. А то вдруг они подвинутся. Если они подвинутся, то все, уже хана будет. Все, вот так отлично. Бьем этого придурка. Че ты? Сколько там? 200, 300, 400, 800 мне нанес урона. Ну и мать тебя так. Так, за час прошел до последней территории, скажем так.
На. Кстати, давайте пойдем дальше. Как раз ровно час. Где я? Так, и тут, как всегда, бесы эти. Знаете, в чем прикол этих бесов? Потому что у них специальная атака, вот эта, она всегда попадает. То есть они всегда ударяют. И я всегда теряю жизни. Хоть я их буду и в плюсе, все равно они вот этой атакой, сука. Вот этот свиток, кстати, нам еще нужен. Тот, что у нас телепортирует вниз, это на минус 50, и нужно будет пойти, но это будет позже. Давайте, короче, на этом закончим. Час целый записывал, кошмар, это целый час видосика. Дошел и в следующей серии, когда у меня игрушка не будет лагать, еще дозапишу, да пройдем эту игрушку. И посмотрим, что у нас там за последний такой главарь, такой мощный, падла, сука, скотина. Если что, будем свитками пользоваться. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии. Dungeon Up, скорее всего, будет последняя. Все, всем пока.